Нормальный здравый мужчина должен делать зарядку. Мы из движения Follow Минск бегаем постоянно. Когда неуважение, наверное, как какой-то долг. А для моего дедушки, для моего прадедушки, которые были военными, мы привычные люди ко всему. На календаре февраль, на термометре плюс 3, но когда это становилось преградой для настоящих мужчин? Несколько недель назад в Федерации легкой атлетики решили, защитники должны показать себя. В беге, который закаляет. Женщины явно заволновались, не заболеют ли настоящие мужчины, ответили. Мое субъективное мнение, что нет. Нет, все-таки я думаю, что это должны быть какие-то другие факторы. И мне кажется, в современное время это больше... Какие-то вирусные летают заболевания, поэтому вот для людей, занимающихся спортом, я думаю, что заболеть от одной пробежки абсолютно невозможно. Кто-то выбрал дистанцию в 1 километр, кто-то собрался пробежать 3,5, вне зависимости от возраста или весовой категории. Здесь, кажется, каждый почувствовал себя чемпионом. Уже через несколько минут участников забега поддерживали вдоль всего проспекта победителей. На финише за своих героев, как и полагается, волновались представительницы прекрасного пола. Я горжусь тем, что в нашей республике есть такие стойкие мужчины, и от всего сердца желаю им провести этот день самым наилучшим настроением. Этот забег назвали не только самым мужественным, но и самым красивым. Во всяком случае, так думают болельщики, а точнее сказать, болельщицы, которые не смогли пройти мимо. За первые 3 места в обеих дистанциях денежные призы. Для остальных – медали участников. Но для многих гораздо важнее была оценка тех людей, которые очень ждали их за финишной прямой. Сынок Вовочка, супруга Анастасия. Уснула, правда, поддержка. Но поначалу, конечно, эмоционально очень сильно заряжены. Эмоции для себя и тех, кто рядом, стали, конечно, главным достижением соревнования. Бодрость тела, духа и уверенность не только в своем завтрашнем дне, но и всей страны. Супер! Я так быстро не бегал, потому что это окрыляет обстановка, атмосфера. Тем людям, которые подрастают сейчас и приходят нам на смену, необходимо им показать хороший пример. На что мне повод? Пробежать, вот и повод. Вот, эй, все, я побежал. Победители чествовали в лучших традициях на пьедестале, но каждый, кто сегодня вышел на старт, одержал свою личную победу. Ведь если герой знает, кто его ждет в тылу, то он преодолеет любую дистанцию. Самое главное, что прибежал, тут было главное участие, а не какое место. Анна Волковец, Александр Власов, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ.